заказчиком. Совместный успешнейший проект Казанского федерального университета и Минэкономразвития Республики Татарстан «Фабрика предпринимательства» был создан для тех, кто мечтает воплотить самые амбициозные бизнес-планы. Уже шестой раз фабрика подвела итоги сезона. Завершилось мероприятие в Институте управления экономики и финансов Казанского университета, главной кузнице предпринимательских кадров в Татарстане. По сложившейся традиции, ректор университета Ильшат Гафуров представил президенту республики Рустаму Миниханову объекты обновленной инфраструктуры, где проходит подготовка будущих специалистов. Кстати, до начала церемонии с авторами перспективных бизнес-инициатив каждый мог познакомиться лично. Мы производим сами, ну, эксклюзивную, в том числе мебель. А собственное производство. Интересно тем, что я сам ее делаю, я люблю работать с деревом, я вкладываю эту душу, и как бы я хочу, чтобы... Видите, дерево – это очень уютный материал, то есть когда ты делаешь деревянную мебель и вносишь ее в дом, в доме становится очень уютно и тепло. На сегодняшний день мы предлагаем наряды для никаха именно с нашими традиционными элементами, наряды сценического характера и деловые как бы костюмы. Я считаю, что нужно возрождать, нужно популяризировать и развивать нашу культуру, именно культуру национального костюма. Финал проекта прошел в формате импровизированной инвестиционной комиссии. Авторы лучших бизнес-инициатив защищали их перед высоким жюри. Президентом Татарстана Рустамом Минихановым, ректором Казанского федерального университета Ильшатом Гафуровым, министром экономики Республики Татарстан Артемом Сдуновым, а также представителями других профильных госорганов, ведущими бизнесменами и общественными деятелями республики. Проекты в своем большинстве, которые презентовали участники, признаны успешными на самом высоком уровне. Рустам Миниханов порекомендовал каждому будущему предпринимателю еще глобальнее смотреть на бизнес. Вам надо найти вот эту нишу, сертифицировать ваш товар. И, может быть, не надо 50% рентабельности закладывать, пусть 20-25% рентабельности, но вы будете конкурентны на рынке. Вот через электронные продажи вы можете в любую точку мира поставлять ваши изделия. Логичным дополнением к сказанному станет скорое открытие в Институте экономики, управления и финансов отдельных программ бакалавриата и магистратуры по направлению предпринимательства. Как отметил Ильшат Гафуров, Казанский университет полностью готов к созданию хорошей основы для высокотехнологичного бизнеса. Вот сегодняшняя как бы защита проекта показывает, что они вышли на другой уровень, чем были год назад, два года назад. Я уж не говорю, что нам говорили первый год нашей встречи. Тогда все выходили и говорили, дайте нам денег, тогда мы что-то сделаем. Сегодня денег практически никто не просит. Прошедшая защита проектов наглядно показала, что будущие бизнесмены научились главному – самостоятельности. Стоит отметить, что еще пару лет назад на этой сцене участники просили инвестиций, а уже на сегодняшний день презентуют не только услуги, но и говорят о собственных достижениях, что, безусловно, не может не радовать. Адель Шамилова, Ленардо Вольтьяров, Универньюз.